Приветствую вас, друзья! Благодарю, что вы со мной. И огромное спасибо всем, кто оказывает поддержку. Вот все мы с вами знаем, что завтрак очень полезен. Но, тем не менее, некоторые люди вообще не завтракают. Это, конечно, не есть хорошо. А некоторые на завтрак просто выпивают чашечку кофе. Или там бутербродик какой-то небольшой съедают. Но это тоже не совсем правильно. Завтрак должен быть нормальным и полноценным. Есть такая народная, ну, мудрая, старая, древняя там поговорка. Завтрак съешь сам, обед раздели с другом, ужин отдай врагу. Это истина. Очень важно, чтобы завтрак был таким вот полноценным, качественным. Вот как делали наши предки, да и сейчас многие люди так делают. Ешьте на завтрак каши. Вот я рекомендую для взрослых людей и очень взрослых людей два вида каши. Это гречневая и овсяная. И даже не то, чтобы вот эти каши есть, вот самое главное, как это делать. Я расскажу сейчас, как их зарядить. Да, именно зарядить. От этого вот структура продукта, она полностью меняется. Меняется даже вкус. И после этого будете, ну, скажем, столько энергии получите. Настолько самочувствие улучшится, что, ну, просто это вас приятно удивит. Сами в этом убедитесь. Итак, что нужно? Дело даже не в том, как вы приготовите эти каши. Можете приготовить их там, на молоке сварить, на воде. По своему какому-то собственному рецепту это не так важно. Как я уже сказал, важно, как вы их зарядите. Сделайте так. Вот когда уже продукт на столе, ну уже в тарелке у вас, в чашке там каша уже стоит на столе. Такую легонькую практику проведите. Двумя руками прикоснитесь к тарелке, к чашке. И представьте, что это не просто каша у вас там, а такой целебный продукт. Воображение можете свое включить, вот, ну, как вам, скажем, хочется, или как можете, это все представьте. И скажите такие слова. Во крупе сила, в теле здравие, истинно. И после этого только начинайте есть. Ну и ешьте не как обычно, вот сейчас современные люди едят, там, может, где-то в это время в телефоне копаются, или с кем-то разговаривают. Превратите этот процесс, такую привычку возьмите, есть осознанно, вот как медитативно, то есть полностью быть в процессе, чувствовать, вот что вы едите, этот целебный продукт, наслаждайтесь им и чувствуйте, что это дает вам энергию, дает силы. И через некоторое время, может быть там, через неделю, даже через несколько дней, вы начнете совершенно по-другому себя ощущать. Вот таким образом, позавтракав, у вас весь день будет энергичный. Вы очень много успеете, может быть, чего даже раньше не успевали. И будете чувствовать себя гораздо лучше. Вот такой вот очень простой и эффективный метод. И еще, друзья, один кусочек кусочек продукта отнесите в туалет. Да, именно в туалет. Из туалета уйдет запах, а из дома уйдут все негативы. Порча, ругань, зло, если такое было. То есть полностью очистится энергетика вашего дома. Посмотрите обязательно видео, которое сейчас в всплывающем окне. Ну или видео с таким названием на моем канале. Там все подробности. Благодарю вас за внимание.